Скотч. В интернете много людей, уверяющих, что скотч – хорошее орудие в борьбе с катышками. Давайте проверим. Подложим что-нибудь под вещь, чтобы была твердая и ровная поверхность. Прилепим, разгладим и… неудача. Собрали 3 катышка. Возможно, если так делать несколько дней, то у вас все получится. Так что не рекомендую. Хотя ворсинки и пыль убирает на ура. Расческа. Второй народный способ, как избавиться от катышек, это взять обычную расческу с частыми зубчиками и расчесываем вещь. В целом получается лучше, чем скотч, но тоже придется попотеть. Бритва. Скотч и расческа не может, бритва поможет. Самый надежный способ из перечисленных. Да только не самый безопасный. Можете случайно порезать свою одежду. Ну и, конечно, самый лучший способ – это купить или попросить у знакомых машинку для удаления катышек. Быстро и эффективно. Утро,